В региональном отделении партии «Единая Россия» формируется состав участников предварительного голосования. Одним из первых подал заявление специалист по работе с молодежью Центра региональной молодежной политики НАО Владимир Абрамов, кандидат в депутаты окружного собрания. В свои 29 лет Владимир успел окончить 3 вуза, имеет дипломы специалиста коммерции, педагога-психолога и специалиста по управлению. Все они востребованы в его сегодняшней работе. Работу в Центре региональной молодежной политики Владимир Абрамов успешно совмещает с малым бизнесом в сфере питания. В этом году он собирается баллотироваться в окружное собрание депутатов и решил пройти процедуру предварительного голосования. В интервью нашему телеканалу Владимир рассказал, что подвигло его к участию в предварительном голосовании и какие темы он собирается поднимать в случае регистрации. Второй год я являюсь членом общественной молодежной палаты при собрании депутатов НАО. Интересна была деятельность депутата и решил себя попробовать именно на роли депутата. Как подготовились к предварительному голосованию? Какие вопросы будете поднимать? Наверное, в первую очередь, так как мы молодежная палата, вопросы, связанные с молодежью, вопросы образования, и все в ключе связанные с молодежью, в первую очередь. Выдвижение участников предварительного голосования пройдет со 2 апреля по 8 мая, тогда как их регистрация должна пройти не позднее 13 мая. К этому же сроку должен быть сформирован список участников предварительного голосования. «Единая Россия» – единственная политическая сила, которая открыто и публично проводит отбор кандидатов для последующего выдвижения в органы власти, представительные органы власти различного уровня. И основная задача как регионального отделения, так и оргкомитета способствовать, чтобы молодые, новые лица могли проявить себя в политической жизни округа. Единый день предварительного голосования «Единой России» состоится 3 июня в тех регионах, в которых 9 сентября запланированы выборы в региональные парламенты и городские думы административных центров. Ирина Нежалова, Вадим Стасюк, телеканал «Север».